Здравствуйте! Будем готовить сегодня очень вкусный салат. Он прекрасно подходит для праздничного стола. Ваши гости удивятся, из чего же он приготовлен. А мы будем использовать в приготовлении сегодня куриное мясо, у меня филе, хотя можно взять любую часть курицы. Сделаем яичные блинчики и заправим майонезом. В майонез можно добавить чеснок. Но это по желанию. Вначале нам нужно сделать блинчик. Для этого к яйцу я добавляю щепотку соли и столовую ложку крахмала. Я взяла 3 крупных яйца. Если у вас мелкие, возьмите 4. Хорошо нужно это все промешать и вылить на разогретую сковороду. Можно жарить маленькими блинчиками. Я сделаю один большой на электрической блиннице. Блинчик такой жарится очень быстро. Его достаточно прожарить с одной стороны. Как только подсох вверх, блинчик готов. Сильно его засушивать не нужно. Скручиваем его в трубочку еще теплым и нарезаем. Нарезаем мелкой соломкой. Вот такая соломка должна получиться. Если длинные кусочки, то их лучше прорезать. Нам остается теперь порезать все ингредиенты и смешать в одной большой салатнице. Курицу, вернее филе куриное, я тоже нарезаю мелко. Оно рассоединяется еще по волокнам. Отправляю к яйцу. Из огурца я убираю семена. Даже если они и не крупные, как в этом огурце, все равно удаляю, так как они дают салату много влаги, и потом салат плывет. К нарезанным огурцам добавляю немного соли по вкусу. Перемешаю и поставлю постоять, чтобы ушел лишний сок. За это время нарежу чернослив меленько. Количество всех ингредиентов напишу под видео. Орехи раздроблю. У меня грецкие орехи. Можно взять любые по желанию. И порежу вот такой зеленый чесночок. Можно использовать лук. Ну, кому что нравится. Теперь из огурца уберу лишний сок. Если вас не пугает то, что салат будет влажным и немного жидкости всегда будет на тарелке, то жидкость можно не удалять. Соединяю все компоненты. Как я уже сказала, можно сюда добавить лук. У меня мелко нарезанные зеленые перышки чеснока. Высыпаю половину орехов, всего я беру 50 грамм орехов, 25 кладу в салат, а остальные использую для украшения. Заправляю домашним майонезом, ссылочку на майонез, как я его делала, оставлю под этим роликом, как и количество ингредиентов, используемых в рецепте. Ну, для приготовления такого салата вы можете взять все по своему вкусу, на глаз. Вот такая масса получается. Ее можно оставить в салатнике, можно выложить на листья салата, будет очень красиво. Или вот в таком кольце для приготовления салатов спрессовать его. У меня кольцо диаметром 12 сантиметров, высота его 6 сантиметров. Это небольшой салатик получается, вот как раз его можно использовать для того, чтобы попробовать новый салат, а потом приготовить, если понравится, большую порцию. Если вы будете готовить салат для праздничного стола, украсьте его по своему желанию. Такой салат получается очень вкусным. Рекомендую приготовить, попробовать. Возможно, вы будете использовать этот рецепт и в дальнейшем для встречи Нового года или любого другого праздника. Салатик получается очень вкусным. Ваши гости обязательно попросят рецепт этого салата. Надеюсь, он вам тоже понравится, и вы будете готовить его на свои любимые праздники. А я на этом с вами сегодня попрощаюсь. Желаю вам, как всегда, приятного аппетита и всего самого доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите отзывы. До новой встречи!